Понедельник. Желая забыть потерю сына, она решает изменить свою жизнь. Благодарю вас, Лидия Викторовна. Не видеть вас мне будет тяжело. Как-то пусто стало. Мы тут с тобой все переделаем. Казалось, ничто не способно приглушить боль утраты. Лидочка, а кем вы работаете? Я безработная. Какая красота. Это ваше производство? Вы ведь неспроста заинтересовались. Бизнесом хотите заняться, да? Но бывают встречи, которые не случайно происходят на вашем пути. А вы очень понравились Борису Сергеевичу. Да я не смотрю на вас. Но я же вижу, что... Вы не нужны мне ваши цветы. Мне кажется, я больна. Ну вот как теперь в наше время прикажете ухаживать за женщиной? Лидия Викторовна, только вы держите себя в руках. И если присмотреться, можно заметить свое долгожданное счастье. Катерина 2. Возвращение любви. В понедельник на ТВ Рус.